До долгожданной весны осталось меньше месяца. Именно в это время как никогда хочется выглядеть на все 100%. Но за идеальным телом не всегда есть желание идти в спортзал. Поэтому мы подготовили для вас несколько упражнений, которые можно выполнять не только под чутким руководством профессиональных тренеров, но и самостоятельно, у себя дома. Улучшить свою физическую форму помогут даже простые выпады. Это упражнение больше всего любят девушки, рассказывают тренеры. Делать его несложно, а результат налицо. Ноги становятся стройнее, а мышцы подтянутее. Выпады выполняются как и поочередно, так и на одну ногу. В домашних условиях также выполняем 10-15 повторений на каждую ногу по 3 подхода. Также ручки перед собой, смотрим прямо перед собой, дышим, колено не заходит за стопу и ровненько делаем выпады. Делаем поочередно. Знакомая с детства, на уроках физкультуры без этого упражнения никуда. Отжимание, оно эффективное и простое. Отжимание разрабатывает одновременно и грудь, и плечи, делая наше тело выносливее и красивее. Вдох, выдох. В домашних условиях можем выполнять также 3 подхода на максимум. А вот в спортзале можно выполнять куда больше упражнений. Здесь огромный выбор тренажеров, выбирай, что называется, любой. Профессиональные тренеры подобрали самые популярные, эффективные и показали, как правильно их выполнять. Данное упражнение у нас предназначено для развития грудных мышц. Ноги у нас шире плеч, находятся ноги в опоре. Максимально выжимаем, сводим грудные мышцы, опускаем не до конца, локти немного поджаты к телу. Также не забываем дышать, вдох, выдох. Упражнение выполняется от 8 до 15 раз. Разгибаешь, локти не опускаешь и не поднимаешь. Жестко зафиксировался, ноги на ширине плеч, согнул и в исходное. Выдох. Угу. Регулярно выполняя эти упражнения, можно быстро привести себя в прекрасную физическую форму. Но здоровый сон и правильное питание тоже никто не отменял.